Привет, с вами Fashion TV и я, Оксана Соловьева. Сегодня журнал InStyle устраивает традиционный гала-ужин в честь 41-го Московского международного кинофестиваля. Весь свет кинематографа соберется в Кристалл Рум Бакара, чтобы насладиться атмосферой вечера и, конечно же, обсудить номинантов. Здравствуйте. Чего ожидать от сегодняшнего вечера? Ну, во-первых, хорошего атмосферы, настроения. Надеюсь, что все будут красивые, веселые. И, пожалуйста, про образ ваш расскажите. Не могу не пропустить мимо взгляда. Это канадский дизайнер Арнольд Сказки. Он делал свое время для Элизабет Тейлор, для Клинтон, для Буш. То есть такой американский приближенный ко двору был. Здравствуйте. Как настроение? Все замечательно. Ощущение, когда идешь на это мероприятие, как на реально праздник. И получаешь удовольствие. Милан, привет. Чего ожидаешь с сегодняшнего вечера? Привет. Самое главное, я ожидаю красивого, роскошного ужина. Пришла в бутик Шапар посмотреть самые блистательные украшения. Ну и, собственно говоря, встретить много друзей и просто круто провести время. Здравствуйте! Поздравляем, во-первых, вас с очередным красивым ужином. Так редко в Москве встретишь, когда действительно все наряжаются, все приходят красивыми. А вы смотрели какие-нибудь фильмы? Ой, еще нет ни одного. С одной стороны, сдавали номер, но вот... У нас есть самая такая хитрость, когда мы можем потом посмотреть все фильмы, когда показывают. А чем отличается ужин InStyle от всех остальных других мероприятий светских? Знаете, во-первых, это такая же добрая традиция на протяжении многих лет. В рамках Московского кинофестиваля InStyle собирает молодые дарования известных актеров, поддерживает эту тему, промотирует. И это всегда с невероятным вкусом, очень изысканно сделано. Поэтому ужин InStyle я не пропускаю. Кто из программы вам запомнилось? Смотрели вообще что-нибудь или нет? Я фанат русского выбора. Мне всегда интересно, что же наш фестиваль выбирает и что же в этом достойного. И, как правило, очень много прекрасного, так что я еще себя наудивляю. Ты как одна из самых классных светских улиц Москвы. Скажи, чем же отличается ужин InStyle от всех остальных мероприятий? Но InStyle традиционно проводит очень красивые ужины в рамках Московского кинофестиваля. Они всегда такие торжественные, дамы всегда красивые, нарядные, кавалеры тоже. Шапар до Бакара, все очень красиво, но и очень уютно, это приятно. Ваш совет, что нужно надеть на красную ковровую дорожку, чтобы вот прям вот сразу выиграть, не прогадать и быть самой красивой? Я придерживаюсь того правила, что нужно быть в таком костюме, в таком наряде, в котором ты будешь чувствовать себя суперкомфортно. Это самое главное. Как проходит сегодняшний вечер? Ты вообще любишь мероприятия журнала InStyle? Да, InStyle, конечно, очень люблю. Шикарно, шикарно. Музыка нереальная. Гала-ужин журнала InStyle, как всегда, прошел с большим успехом, роскошью и размахом. Песни о Дарье Антонюк никого не оставили равнодушными. Гости уходили уставшими, но счастливыми. С вами была я, Оксана Соловьева. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.